Совсем недавно в России произошел вопиющий случай в отношении журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня 2019 года в центре Москвы по подозрению в хранении и попытке сбыта наркотиков. Сфабрикованное дело Голунова, которое, кстати, уже на свободе, лишний раз подтверждает об отношении ряда силовых структур к своим гражданам, как к мусору. Захотели – посадили, захотели – подбросили чего угодно, захотели – закрыли дело. К сожалению, это так, и, к сожалению, часто под подобные статьи попадают неповинные люди. Голунов, занимавшийся расследованиями в высших эшелонах власти, мог перейти дорогу кому угодно. Это журналист. А журналистов профессиональных мало кто жалует. Особенно те, что чувствуют свою причастность к деятельности журналиста. Конечно же, речь идет о неангажированных журналистах, каковых, увы, в наше время очень мало. Но радует, что на этот раз за своего коллегу выступили тысячи российских журналистов, чего, конечно же, вызвало резонанс и вспугнуло силовиков. Из-за недостаточных доказательств преследование Голунова было прекращено, а в верхах полетели крупные головы после того, как вмешался президент Путин. Представьте, это журналист, а за Голунова было кому заступиться. А сколько невинных людей отбывают наказание по сфабрикованным делам, за которых заступиться-то и некому, и откупить. Так вот, спросите вы, а в чем тогда дело? Почему мой выпуск вышел в качестве постскриптума? Ведь для Голунова все закончилось, условно говоря, весьма успешно. Так-то оно так, но несколько недель назад в России арестовали фрика журналиста Фуада Аббасова, напоминающего чем-то Ильфа Петровского турецко-подданного Остапа Бендера. Арестовали с перспективой депортации из России на родину в Азербайджан. Те, кто знает или слышал об этом человеке, знают и о том, что на голубеньких экранах российского телевидения Фуад Аббасов появился в 2015 году в качестве турецкого журналиста, аккредитованного в Москве. Его приглашали в качестве горе-эксперта по Турции. И известен он был тем, что отстаивал интересы Турции в России. Но турки не оценили мозги Азербайджана подданного, напомню, что это для России он был турецко-подданный, а для Турции он Азербайджана подданный. Так вот, турки не оценили и лишили его работы в своем информационном агентстве. Фуад остался безработный. Вспомнил, что он еще и азербайджанец, и пантюркист, и начал заниматься своей прямой обязанностью – сеять ненависть между народами России. Под удар подпадали и его же земляки – азербайджанцы, которые постарались, чтобы этот недоумок понес наказание за свои провокационные действия. Он и несет. И вот под шумок, когда народ вышел на улицы по делу Голунова и собрался у сцены с выступающими, собравшиеся не успели опомниться, как на сцене оказались шакалы со своим воем – «Свободу Фуаду Аббасу». Ряд представителей азербайджанской национальности решили воспользоваться случаем и провести своего фунтика недожурналиста в общее возмущение российских граждан по делу Голунова. Спрашивается, какое отношение имеет Фуад Аббасов к делу Голунова? Кроме того, ставить Аббасова в один ряд с журналистами – это сверхнаглость, так как этот человек не достоин им быть ни по своим умственным способностям, ни тем более профессиональным. Защитники Фуада убеждали собравшихся, что, дескать, Аббасов пострадал, как и Голунов, произволом властей, объявил голодовку всю жизнь с 2015 и до 2019 года занимался сближением российского с турецким и азербайджанским народом. Заметьте, шоколята пытаются влезть языком в русскую глубинку
не одни, но и Турцию с собой прихватывая, понимая известную фразу: «Если Москва не резиновая, то и задница у нее не резиновая, а язык у нас двойной, азеро турецкий, аки у кобры». Между тем, напомню, что Фуад Аббасов, будучи слабым экспертом во всех отношениях, можете просмотреть отрывки его выступлений в YouTube или на федеральных каналах, оправдывал сбитые российские самолеты турецкими ПВО и уверял, что они пролетали не над Сирией, а над Турцией. А Турция делала в рамках своего устава военных и сделала все правильно. Также Аббасов известен тем, что пытался стравить Россию против проживающих в этой стране армян, каждый раз подчеркивая национальную идентичность тех или иных людей. Даже когда случился конфликт между чеченцами и азербайджанцами, Аббасов выдумал историю о некоем армянине, который якобы затеял этот конфликт. Кроме того, на одной из программ Фуад Аббасов пригрозил России пантюркистами, намекая, что в России ряд республик с тюркским большинством, давая понять, что неплохо было бы им дать независимость. Примеров можно привести массу, где этот недоумок провоцирует в России межнациональные конфликты и желательно с участием армян. Даже после того, как его же земляки добились с помощью права наказать Аббасова, его псы, зная о том, кто постарался, пытаются свалить на армян. Именно так высказался один из выступающих азербайджанцев, который сказал, что Фуад Аббасов стал жертвой армянских националистов. Кстати, эти кадры оказались в YouTube на канале самого Фуада Аббасова, который одновременно делает три вещи: голодает, сидит в СИЗО и выкладывает новые видюшки на свой канал. Видно, сытно голодает, а вместо очередной баланды получает компьютер. Кстати говоря, буквально вчера он объявил, что соскочил с голодания. Что ж тут скажешь, голод не ханумка, жрать-то хочется. Даже маму выложил, загнав ее в угол, которая просит читу Алиевых поговорить с Путиным, чтобы тот освободил сыночка. Честно говоря, во мне дилемма. С одной стороны, это хорошо, что такие недожурналисты несут наказание. Неважно какое. Главное, чтобы они знали, что за все нужно отвечать. С другой стороны, я огорчен, что Аббасова давно не видно в качестве фрика на российских телеэкранах. Ведь он олицетворение той самой бакинской антиармянской зомбированности и являлся для многих наглядным пособием. Перед нами было самое настоящее существо, которое я пытаюсь уже несколько лет донести. Существо тупое, напичканное ксенофобией, косноязычное, хитрое. Теперь такого существа, увы, нет. Увы и ах. Надеюсь, что временно. Фуада лично мне точно не будет доставать. Теперь, что касается армян в России и на телевидении, что беспокоит азербайджанских нацистов и вызывает зависть, что и самих нет в таком количестве ни на телевидении России, ни в медицине, ни в науке в целом. Армяне в России появились еще с тех пор, когда на территории Кавказа не знали тюркской речи. Даже армянские храмы в России старше такого народа, как азербайджанцы. Можете погуглить и проверить. Когда армяне основали в России города Армавир, Буденновск или Нахичевань-на-Дону, азербайджанцев знать не знали. Одни называли их татарами, другие турками, третьи персиянами, четвертые цапками, а сами себя они называли просто мусульманами. Благо, что вас еще не было в качестве единого народа в 18-19 веках, иначе бы обалдевали не с телевидения, а с армией российской, коих свыше 100 было генералов и крупных офицеров этнических армян. На одного вашего татарина Шахтахстинского было 10 генералов армян.
Армяне на телевидении – это не ваши фуадики. Это вполне грамотные люди, у которых за плечами приличное образование. И главное, у многих из них приличный послужной репортерский список в горячих точках. Журналист не тот, кто штаны протирает в душной редакции. Журналист тот, кто бегает и добывает информацию. О том, что все эти эксперты, журналисты армянского происхождения ментально отличаются от ваших зомби-крыс, можно и так понять, учитывая, что в России они защищают интересы России, а не Армении. Даже стараются быть политкорректными в отношении азербайджанцев, чтобы не обидеть никого. Роман Бабаян, к примеру, будучи уроженцем Баку, ни разу плохого слова не сказал в адрес азербайджанцев. Тихо, молча приехал в Карабах и уехал. И ни слова о вас, об азербайджанцах. Зато Фуад при любом удобном случае пытается задеть этническую принадлежность то одних, то других. Вот он уровень вашего идиотизма, вкрепленного Алиевым и армянского здравого рассудка. Я сейчас не защищаю ни Бабаяна, ни Багдасарова, ни Симонян. Я о сравнении, чтобы вы понимали, насколько ничтожны ваши вопли против армянской элиты России. Почему же про Лаврова молчите? Ведь по отцу он армянин. Или страшно? Думаю, конечно же, страшно. А как же иначе? Так вот, я к тому, что Фуад Аббасов яйца, выведенного утконосом, не стоит, чтобы его называть журналистом. Где и когда он проводил хоть одно журналистское расследование, кроме как тупить в студии телеканала? Кому он нужен, чтобы его прятать за правду? И за какую правду? Ваша попытка причислить Аббасова к лику святых журналистов просто ущербна. Если бы была моя воля, я бы занялся правовой судьбой и других ксенофобов, что выступают на телевидении. Потому что тварь должна сидеть в тюрьме. А в лучшем случае для твари сидеть в Азербайджане и выезжать оттуда после того, как научится уважать, в том числе и армян. А уважать придется, потому что проигравшим и трусливым ничего не остается делать, как уважать более сильного и умного. Хотите вы этого или нет? До скорой встречи. Увидимся через неделю.